Снова здорово, дамы и господа. Что-то умное, как за этим сразу же идет. Снова здорово, дамы и господа. На связи Роман, канал Freeze and Games. А мы продолжаем с вами картинки и немного сниму сейчас паузу, да, пусть пообщаются, пацаны. Все, наобщались, наговорились. Хорош. Ну давай осматривать. А это Мари, Мэри или как ее там звали? Иссохла совсем уже, да? Ага. Довольно странно. Я думал, что время ей как бы не особо-то и помеха. Рассказать шутку. Нет, не надо. Нахуй тебя. Лагерь охвачен волнением, рабочие пропали, а леди Брэдшоу, ну я догадываюсь, она жаждет той же судьбы, что она хочет стать... Ага. Ах ты тварь, конечно. 1 января 1947 года. Час дня. Диверсант нанес очередной удар, лишив нас пути к отступлению. Мы застряли здесь, с этими тварями. Со всех сторон из тьмы доносится их визг. Кроу направил свой пулемет в сторону катакомб. Мэри была права. Мы не можем убить то, что уже мертво. Нам остается только одно. Обрушить этот храм на чудовищ. Даже если мы сами окажемся погребены вместе с ними. Они не должны покинуть это место. Ладно, сделаем. Но, судя по всему, нам тоже надо будет это сделать, потому что не просто так мы взяли динамит, и не просто так нам все это мероприятие рассказывают. Значит, скорее всего, нам тоже придется что-то где-то взорвать, подзорвать. Есть такое вообще слово? Подзорвать. Подвзорвать. Ну, как бы немножко, не полностью так взрывать, а чуть-чуть подзорвать. Подвзорвать. Вот, вот так вот. Ну, так, что-то пишет. А, температура и пульс опасно высокие. Пациент в основном без сознания, иногда просыпается и кричит. Потоотделение продолжается. Запасы физраствора на исходе. Замечено движение под кожей живота в районе надпочечников. Не знаю, где это. Рекомендую диагностическую операцию, но я боюсь, что мы может ее не пережить. Температура 38,6. Пациент теряет силы. Движение под кожей усиливается. Паразитический организм. Время смерти 20.13. Какой... паразитический организм, к херам. О чем речь вообще? Опа. Что-то нашел. Какой-то камень, не камень, медальон, монета. Непонятно, что это, если честно. В темноте ж не видно ни хрена. Так, это выход, это я не трогаю. Раньше времени не ухожу. Это я смотрел, это я не смотрел. А, заметки о вскрытии. В желудке образца обнаружено значительное количество крови. Анализ крови показывает высокое содержание адреналина. Организм питается страхом, вселяет ужас в жертву, чувствует дозу адреналина, нападает. Ха. Интересно. Так, ладно, чувак, пошел нахер. Давай дальше продолжать. Пещеры. Пещеры. Что бы там ни было, археологи добрались туда первыми. А ну, погоди. Чего? Ты что? Думаешь, они живы? Да ты оптимист. Что еще остается? Ну, надо как бы всегда надеяться на лучшее. Но готовиться к худшему. Бляха от сандалика. И вообще когда-нибудь пещера, катакомбы, это вообще в принципе заканчивается или нет? По факту вся эта игра показывает, как я понял, временной период. Один день, сутки, ночь, что-что. То есть совсем немного. Мы-то вроде играем уже неизвестно сколько, а у них-то один день. Твоя жена. Можно знать кого-то много лет, но мало знать о нем. Я не знал, что капитан был женат.
Тот ублюдок, который был с тобой? Ну, по факту. Он не выжил. Тем лучше. Одним врагом меньше. Когда-нибудь ты пожалеешь о таких словах. Жалеть не про меня. Какой мудак все-таки, такой мудак, ну пиздец мудак. Есть, понимаешь, есть жестокие люди, потому что они жестокие, а есть жестокие, потому что они тупые. Вот он жестокий, тупой. Просто жестокий, тупой. И это еще что за нахуй? Угу. Здесь на каждом шагу сюрпризы. Охренеть. Да чё за хуета-то? Что ты думаешь? Никогда такого не видел. Логично. Видишь подъемный трос? Археологи туда спустились. И вряд ли выбрались назад. Лебедка работает. Нет. Нет? Мы туда не пойдем. Я... Археологи не выбрались, ты это понимаешь? Мы не археологи. Наш мир наверху, а не там внизу. Между нами и нашим миром армия монстров. Они близко, поджигай. Безумец, если у вампиров есть логово, оно внизу. Ты хочешь сражаться у них дома? В этой стране я только этим и занимаюсь. Запускай подъемник. Бляха, идея, конечно. С другой стороны, на данном этапе мы не видим выхода наверх, вполне вероятно. Именно поэтому приходится идти вниз. Но это тоже такое себе, конечно, мероприятие. Ой-ой. Серьезно, сюда лезть? Это страшно же. Подожди, а эти твари летать умеют? Я просто почему-то не замечал, умеют ли они летать. Древний ужас пробудился ото сна. И жаждет крови. Это посмотрим, этот хрен сам далеко. Поглотили тени. Рэйчел сумела вернуться к свету. Неплохо. Вся жива. Но не расслабляйтесь. Их жизни все еще висят на волоске. Будем надеяться... С сержантом Кейм не случилось никакого несчастья. Поглощенные бездной редко могут рассказать. Что до Джейсона и Салима, заклятые враги никак не могут зарыть топор войны. Скорее предпочтут нанести удар. Не хочу прослыть негостеприимным, но время не на нашей стороне. Я встречу ваших подопечных за финишной чертой. Или похороню возле нее их останки. Это мразь, конечно. Давай не надо или. Рэйчел жива, допустим, это хорошо. Здрасте, а при чем тут Little Hope? Это та вообще игра? 3 годами ранее. Лови. Да ладно. О, пахнет жареным.
Ништяк. Мы сейчас в жопе мира. Чего ты ждал? Ананасов в шампанском? Что, не лучший выбор для медового месяца? Да, не, нормально. Я помню, кто-то говорил, что хочет заняться альпинизмом. Альпинизм меня расслабляет. Ты чего? Парень на кассе. Он как-то странно смотрел. Вряд ли он здесь часто встречает таких женщин, как ты. В смысле, таких чистых. Он наговорил всякого. Например? Неважно, поехали. И все-таки? Сказал, что я никогда не буду так счастлива, как сейчас. Что это значит? Ты же не поверила? Ну, нет. Ты же знаешь, твое счастье, Рэйч, моя главная цель. Не поверила, но думает неважно, об этом. Неважно, где мы и что происходит, я сумею вызвать у тебя улыбку. Вот. Я ж сказал. В следующий раз свистни, и я прибегу спасать твою честь. А 100% авария будет, в которую ногу проебал. Semper Fi. Всегда верен. Я и сама могу о себе позаботиться. А теперь ноги свои убрал, деревня. Кстати, да. Так-то желательно бы ноги убрать, да пристегнуться. Вот так вот и бывает. Так, о, Эрик. Эрик, кстати, да, здравствуйте. Окей, здравствуйте. Джейсон. Джейсон, ты здесь? А это, наверное, Рэйчел. Какого хера? А что-то на ней даже следа нет. Хотя, учитывая, что она вся в крови, там непонятно вообще, где там след, не след. Я думала, ты мертв. Я думал, ты мертва. Опа, опа, опа. Так. Эрик. Ёб твою мать. Черт, не работает. Полковник, бегите. Ты тоже, Ник, ты с нами. Ну же, Рэйч. Ебо, это... Нихуя он спортсмен. Черт. А что он делает? Он посмотрел. То есть мы бежим, он бежит. Мы останавливаемся, он останавливается. У него какая-то определенная цель, задача, что он хочет сделать? Потому что, судя по скорости, он бы нас давно бы уже догнал. Туда! Опа. Первый пошел. Конечно, помочь. Да не так же помогать-то, ёб твою... Бать ты дебил, конечно. Не так же помогаю-то. Помоги. В голову надо было стрелять.
Не за что. Идем дальше. Не за что, блин. Ща вылезет, смотри. Ага. Ну это было ожидаемо. Если бы его можно было бы убить, он бы уже сдох, наверное. С другой стороны, а как они выжили без еды? Почему Мэри умерла, сидя в клетке, ну, остальные живые? Вроде свалился в провал. Он жив! Джейсон жив! Может, все не так уж и плохо? Спасибо, что прикрыл меня там. Найдем Колчика. Чего ты ждешь? Личного приглашения? Идем. Пора. Самый неподходящий момент. Мы не можем скрывать от него. Ник, слушай. Нет, ты слушай. Все очевидно. Если меня убьют, хочу, чтобы ты знала, что я мужик, а не трус. Рэйчел, ты обещала ему все рассказать. Так вот, пойди и скажи. Скажи правду. Куда идти-то? Он вот стоит, блядь! Ты не носишь кольцо, потому что твой брак уже год как рухнул. Он прав. Нам пора. Ну что, выбирай. Что? Прямо сейчас? Да, сейчас. Другого шанса не будет. Ладно. Эрик. У нас было что-то особенное. Но это давно в прошлом. Я люблю тебя, Рэйч. Руки свои грязные убери от меня. Дело не в нем, а в том, что лучше для меня. У меня был план. Я строила себе новую жизнь. Но у жизни свои планы. Сегодня я увидела того, кого когда-то полюбила. Я хочу дать нам шанс. Это после всего, что он сделал? Чё я сделал-то? Я не могу забыть прошлое. Если не дам тебе шанс, буду жалеть. Выкуси! Я все понял. Жаль, что так вышло. Вы, блядь, стоите друг друга. Ой, мужик, блядь. Пошел нахуй отсюда. Сволота. Найдем Колчика. Нехуй лезть в чужие отношения, понял, мразь? Спасибо. Вот так вот. Побрили Кея, блядь. Так, ладно. Ебать, глубина сколько? Подожди, а 3500 футов это вообще в принципе как? В цифрах. 3420 футов. Футов в сантиметрах, в метрах, километрах, блядь. Один километр не так что и много. Хотя, с другой стороны, 1 километр, нихера себе. 1 километр под землей. Там же, по идее, должно быть дико холодно. Я немало херни повидал в жизни, но с этим ничто не сравнится. Вроде нас не преследуют. Ты что, хочешь их подождать или... Захлопни варежку. Идем. Какой все-таки Джейсон злобный ублюдок, пиздец, а? Мы тут сможем вернуться? Что это было? Не знаю. И узнавать, честно говоря, не особо желаю. Так, книга. Журнал находок.
О-о-о. Многие находки подтверждают нашу гипотезу о том, что в храме проводили жертвоприношения. Нам известно, что столетняя засуха поразила Аккадскую империю одновременно с древним царством Египта. Из-за нее многие города Месопотамии были заброшены, а с гор на равнины спустились варварские племена гутиев, что привело их к войне с аккадцами. В этом храме мы видим свидетельство отчаянной пытки исправить ситуацию, снискав милость богов. Сопутствующие находки. R6. Черный оникс. Месопотамия, период та-та-та. Оникса символизировали отрицательную энергию и бедствие. Возможно, это связано с убеждением, что землю населяют злые демоны Утуку. R19. Камень с отверстием. На камне изображены фигуры, молящиеся во время затмения. В совокупности с R6 находка изображает затмение, предрекающее катастрофу. А что-то говорили, что можно страницы... Ах да, можно страницы, нихера себе. Так, ритуальная табличка. На этой глиняной табличке изображен религиозный ритуал. Головной убор жреца в виде быка указывает на принесение в жертву послушников, вероятно, с целью предсказания будущего по их внутренностям. Это говорит о том, что жрецы убивали не одних, только пленных гутиев. Глиняная табличка, изображающая сцену битвы. По головным уборам аккадских воинов можно предположить, что они сражались с гутиями. А, подожди, а еще есть страница? Не, нету, ладно. Но мы находили, кстати, эти артефакты. А вот журнал с находками, это вроде как первый. А это что за хрень? Что это? Кокон? Похоже, они отсюда вылезают. Пахнет формальдегидом. С каких таких пор ты у нас ученый? В школах США не обучают химии. Нормально подъебнул. Не подходить близко к чему? Там что-то моргнуло, сверкнуло. А, это да, но это с другой стороны. Принадлежит... Рэндальфу Ходжсону. Может, узнаем что-то полезное. Он вот не знал. А-а-а. Чёрт. Нормально. Если там нет страниц, чем он хлопает-то? Опа, здрасте. Ну, ладно. А можно их открыть? Мэри Ходжсон. Жена, наверное. Наверное. Печальный конец. Джейсон. Что? Я не могу так умереть. Тебя никто не спрашивает. Так, когда храм будет разрушен, мы с женой, это все, что я могу для нее сделать. Я запомню ту Мэри, что улыбается мне с портрета в моих часах, а не это. Во всем повинна леди Брэдшоу. Она с самого начала знала, что нас здесь ждет. Она привела нас к ним. Я нашел ее внизу, над растерзанным телом Ван Хейтена. Она обернулась, и я увидел, что облик ее изменился. Рука моя непроизвольно потянулась к ближайшему оружию, железному колышку для палатки. Я воткнул его ей в грудь, пронзив сердце. В этот миг из глубин раздались леденящие душу крики, словно в ответ на нежданное кровавое подношение. А мне вот интересно, смотри, получается, металлическим колышком убить можно, а если металлическая пуля в сердце прилетит?
Ну, фактически, это же маленький колышек. Нет, так не работают. Ого. Что это, блядь, такое? Что это за место? Согласен. Что это, блядь, за место? Так я то же самое говорю. И размеров-то дичайших просто. И все это представь под землей на глубине 1 километра. Так, успокойся, нормально все будет. Аллах наказывает нас всех за совершенные ошибки. У меня никого нет, кроме Зейна. Я посвятил ему жизнь, когда жена ушла. Хотел дать все, чего не было у меня. Отец-одиночка. Это непросто. Да. Но я очень горжусь своим мальчиком. Он едет в Лондон, в университет. Только б не воровал. Это все круто. За счет чего ты трубу, блядь, держишь? Спать не могу ночами, понимаешь? За счет чего он держит трубу? Твоя совесть чиста, Джейсон. Зеленая зона. КП. Что за КП? Мы с Ником. Там была толпа. Эту точку раньше уже атаковали смертники. И женщина. Она несла сумку. Блять. Говори. И я приказал ей остановиться. Все как надо. Но нет же. Она продолжила идти. И мне пришлось решать. Ник застрелил ее. Что было в сумке? Продукты. Продукты. Хуя я угадал. Я не понимаю, почему она шла. Не услышала. У нее были наушники. Это не полное. Я здесь не ради погибших. Просто моя жизнь катилась под откос. Вот я сюда и записался. У всех свои причины, не обязательно глубокие. Глубокие? Когда рухнули башни, я был обдолбан в говно. Через неделю узнал, что произошло. Глубоко, правда? Я даже не знаю, что я тут делаю. Ну, плюс-минус уже нормальным становится. Ты служишь своей стране. У нее была семья. Друзья.
Вся, блядь, жизнь впереди. А мы отняли у нее все одним выстрелом. Какого хуя? Я слышу твои мысли. Мы ждем, что что-то произойдет. Может, надо не ждать и самим что-то сделать? Что задумал? Мы пойдем внутрь и найдем способ, как убить их. Эти твари залезли к нам в голову. Так, ну смотри, раз у нас закончились вот эти вот трогательные моменты, я тогда поясню. Из всей этой истории можно сделать всего один блядский вывод. Сука, никогда не ходи в наушниках. Там сделай какой-то режим прозрачности или еще что-нибудь, чтобы тебя было слышно, чтобы ты слышал, точнее, все, что должно происходить. Понял? Всегда наушник один снимай. Хотели убить нас. Но мы... Мы еще живы. Больше веры, Салим. Мы выберемся отсюда и увидим солнце. Ты правда в это веришь? Ура! А это... Что еще за звук такой? Фишка морпех. О, а, значит, да. Я теперь тоже морпех? Давай не будем забегать вперед. Ладно. Эй, что бы там ни было, мы вместе. Мы бьемся вместе. Выбора нет. Да, ура, это точно фишка морпехов. Вот, блядь, никто, кроме морпехов, никогда так не говорит, не использует, вообще не знает даже. Морпехи — это, конечно, наше все. Ура, ебать, товарищи. Ура! Я не могу понять, это каменное или железное? Это что-то археологическое, в смысле, это постройка. Опа. Это что? Либо это механизм. Не знаю, что это, но лучше на это не наступать. Мне такие фейерверки тут нахер не нужны. Это статуя? Оно живое? Оно спит? Оно мертвое? Что это? Бля, как много вопросов, как мало ответов. Найдите способ нанести ответный удар. Наверное, оттуда они и вылезают. Похоже. Вот только... Где они все? Не знаю. На самом деле, мне здесь дико не нравится. Будь рядом. Я никуда не денусь. Салим, сюда. Чего? Что ты думаешь? Здесь уже тысячи лет. Бог не создавал этих тварей. Нет. Возможно, все с самого начала наоборот. И что это значит? Может, мы к ним вторглись? Бляха, ну оно не шевелится.
Посмотри. Это как музыка. В наших краях я такой музыки не слышал. Может, не музыка? Может, тогда язык? Кстати, может Ты быть. Ты видел этих уродов. С ними сложно начать беседу. Не нужно их недооценивать. Посмотри вокруг. Эти монстры явно разумны. Здесь кругом этот мох. Мне кажется, или он живой? Мне кажется, лучше к нему не приближаться. Подожди, а зачем мне дана возможность залезть обратно? Мне как-то можно его обойти, что ли? Нельзя терять друг друга из виду. Так не отставай. Ага. А тут особо идти-то некуда. Ну и жара. А если я пройду прям по самому кончику, то это... Ага, ну то есть, если я прям по краешку хожу, то он не взрывается, вот этот фейерверк всратый. Хорошо, допустим. Просто мне кажется, они монстров вот этих вот не просто так показывают. Скорее всего, это какие-то, может быть, типа метки, может быть, обозначения. Не метки, обозначения, а как это называется? Ну, ловушки. Типа, когда кто-то проникает, он на этот фейерверк наступает, и все, и монстры пробуждаются, нет? Растяжки, во, растяжки. Вот и, блядь, как? Твою ж мать. Посмотри. Зацени броню. Этот парень прямо из Библии. Да как так-то? О! Хуя! Ты это видел? Он вроде бы живой. Невозможно. В этом месте все возможно. Охуеть! Да не то слово. Он все это время был живой, без половины башки. Без половины всего. Она сохранила его плоть и мозг. Что делать? Нельзя его так бросать. Хер с ним. У него было время привыкнуть. Я серьезно. Нет. Шум привлечет вампиров. Я сам. Пришло время отдохнуть. Игрося, это что за жижа такая? То есть она, получается, сохраняет жизнь, получается, не только снаружи, но и внутри. У нее ведь мозг, глаза, все это живое. Игрося, вот тебе здрасте. А можно мне баночку такого же? Я куда-нибудь накапаю себе. Леха. Супер непонятное место. Ага, а. Да ты. А, Кстати, не взорвалась. Странно. Может, я все это придумал? Эта херня не это, больше не фунциклирует. Или, может, они чем-то отличаются?
Так, аккуратненько, очень аккуратненько. Погоди, это чего? Бляха, да что такое? Кто-то мне звонит. Извиняюсь, отвлекают меня тут всякие. Звонки, говорят, надо отвечать, трубки поднимать. А вот еще корни торчат, но они, по-моему, уже взорваны. Тут кто-то, скорее всего, уже ходил. Охренеть. Непонятно. А это что такое? На мопед из людей в черном похоже. Серьезно, как будто бы там сидеть надо и... Подожди, это космический корабль, что ли? Типа здесь они сидят, вот руль, вот педали, это сиденье, и все они сидят, тусуются, да? Круглой формы. Бляха, да ладно. Вампиры не вампиры, инопланетяне, что ли? Да так неинтересно. Салим. Что такое? Похоже, мы нашли их гнездо. Где что? Ах, ебать! Думаю, что и ты. Да их там миллион просто. Кого миллион? Миллиард. А что они под землей делают? А вот это вот... Тихо. А зачем ты ногами ерзаешь? Ну просто головой покрути. Тихо. Бляха, тут еще управление немного калечное, но в принципе адекватное. Нет остроты, нет точности в нем, понимаешь? Ага. И корни не везде подсвечиваются. Они где-то имеют подсветку, а где-то не имеют ни хрена. Подожди. А гнездо, кокон, он получается, они там далеко где-то находятся и не въебенно здоровенных размеров. А как мы собираемся это гнездо уничтожать одной шашкой динамита? Погляди. Поубивали друг друга. Может, голодные были, жрать хотели? Опа. Опа.
Мразь. Не стреляй, не стреляй, громко будет. Лови подарочек. Куда ты? Ох, блядь. Это, мне кажется, ой, как зря. Я прикрою, бегом! Ух ты ж. Интересно, бля. Черт, Ники! Ты прям сраная кавалерия! Думал, ты мертв. Пока еще нет. Полковник, вы живы? Ползти по этому тоннелю было крайне неприятно. Угу. Рад видеть, мэм. Держись. Рад тебя видеть. Это место... Тут вода есть. Это место... Что это место? Зал звезд. Что это за место? Нам нужен план. Угандошим твари и свалим нахер. Хороший Прекрасно. План. Сержант Кей, что у нас есть? Так, сейчас я посмотрю. 8 обоим 5.56, 3 разрывных 40 миллиметров, пара пушек 9 миллиметров с 4 обоймами, уже кое-что. И один блок взрывчатки С-4. Что насчет ультрафиолета? Сломан, но я починю. Одну минуту. Этого явно мало. Еще есть вот это. Он старый. Уже это опасно. 3? А у нас есть выбор? Запалом пизда, но можно его сдетонировать С4. Надеюсь, бахнуть он еще может. Вампиры лезут из этих коконов. Вы видели, сколько их там было? Возможно, тысячи. Подорвем их. Сожжем как можно больше этих ублюдков и отправимся наверх. Что скажешь, Ник? Ура! Я не позволю дать ему пушку. Слишком поздно для этого, мэм. Мы сражаемся вместе. Похоже, наши археологи здесь тоже были. Надо обыскать это место перед уходом. Ага. Есть. То есть ультрафиолетовую лампу мы ремонтировать умеем, где тонкая схема техника. А радио, блядь, доисторическое мы отремонтировать не в состоянии, да? Я понял. Ладно, давай мы тогда на сим и закончим. Продолжим уже непосредственно в следующий раз. Так что, если интересно, то обязательно подписывайся на YouTube-канал, на Telegram-канал, на Boosty. Пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр. You have now reached your destination. Oh my God.